подруги рука об руку, одна без другой никогда не бывает. И два совершенно разных облика, одна играется, с другой играют. Одна за решеткой времени спрятана, другая вне этой решетки – свобода. И только одним жизнь и смерть связаны, обе они женского рода. Жизнь умиляет своей глупостью, цель не ясна, а средства туманные. То и дело встречаешься с ее скупостью, прося хоть долю той небесной манны. У смерти для тебя нет предложений, она молча делает свое дело, забирая душу твою для будущих воскрешений, на 3 дня родным оставляя тело. Наверное, жизнь свою надо в кого-нибудь вкладывать, хотя для чего все равно непонятно. Но, может быть, тогда она станет радовать, в отдельные моменты становясь приятной. Вот тогда-то и можно со смертью спорить, отбрасывая себя в конец очереди. Не к ней готовиться, а ее для себя готовить, относясь к ней как отец к дочери. Еще неизвестно, что как происходит. Может быть, смерть жизнью кончается. Но ведь каждый сюда зачем-то приходит, для чего-то он здесь появляется. Жизнь и смерть что-то от меня прячут, хотят сделать из меня урода. Это просто слова, которые вообще ничего не значат, кроме того, что они женского рода.